Всем привет! С вами снова Виктор Балит. Сегодняшняя тема – 7 секретов счастливого человека. Ну вот эти все секреты, так называемые, да, то есть это не что иное, как просто знания, которые каждый из вас, может быть, уже знает, да. Ну, как-то у нас в жизни устроено, вот мы много чего знаем, но не делаем, не применяем в этом нашей жизни, да, то есть или многое что, не применяем то, что знаем. Знания, они одни только не помогают, да, нужно обязательно применять их в повседневной жизни. Значит, 7 секретов или 7 советов, как стать вообще счастливым человеком или свободным, да. Самый такой основной секрет, это секрет свободы, может быть, да, так называемый. Почему каждый человек из нас хочет быть свободным? Секрет, ну да, секрет можно сказать, потому что если вы посмотрите на 7 или 8 миллиардов людей, сколько живет на Земле у нас скоро, да, то из них по-настоящему свободными, ну, являются, ну, я не знаю, может быть, 1%, да, даже, может быть, гораздо меньше. То есть вы посмотрите свое окружение, кто из вас является так действительно свободным человеком, который может посмотреть на часы и сказать, вот 24 часа в сутки, да, я сам планирую время, назначаю встречи, если это мне надо, назначаю, если мне не надо, не назначаю. Если, например, я где-то что-то приболел, могу отдохнуть, погода прекрасная, могу пойти погулять, или там с детьми, или с семьей, или еще что-то, отпуск могу выбрать, когда мне нравится, где мне нравится. И вот во всех отношениях вот такая вот свобода, да, то есть сегодня она у многих людей, они ограничены, и поэтому мы с самого раннего детства, нас пытаются запихнуть в какие-то системы, да, вот как у нас в Союзе, где я был маленький, да, когда еще не успел вырасти, я еще ничего не соображал, меня в садик направили, в садике побыл, как говорится, там, немного, пару лет в школу меня отправили, потом учеба, распределение, работа и так далее, и тому подобное, и ты везде зависишь от всех людей, да, от других, то есть тебе точно говорят, сколько, чего, как. Ты сам ничего не можешь планировать, да? Так вот этот секрет свободы. Чтобы стать свободным человеком, да, в этой жизни, первое, это самое главное, не нужно париться о том, что думают о тебе окружающие. То есть не нужно постоянно себе ломать голову о том, что подумают другие и так далее, тому подобное. То есть если ты что-то задумал и хочешь делать, и это правильно, да, то есть прежде всего, конечно, все, что ты делаешь, должно быть правильным. То есть ты хочешь стать свободным, да, например, что касается профессионально, да, то есть ты находишь свое дело и начинаешь им потихонечку заниматься, да. И если у тебя все нормально, хорошо получается, ты со временем становишься свободным, если ты все правильно делаешь, да. Или, например, во всех отношениях, да, как говорится, если ты хочешь освободиться, например, от медикаментов, да, ты начинаешь заниматься восстановлением здоровья, и со временем ты освобождаешься от медикаментов. Или, например, от какой-то зависимости хочешь стать свободным, да? То есть, например, любишь, скажем, сладкое. Со временем ты начинаешь заменять его потихонечку другими продуктами и отказываешься, да? То есть освобождение происходит такое. То есть моральное, есть духовное, есть физическое, то есть различные формы освобождения. Но при этом тебе не нужно думать, что там другие подумают, как, что, где. Вот я, например, расскажу про себя, как у меня это начиналось. В садике это было, конечно, как у меня, как тюрьма, да, там я ничего не мог делать. Но вот когда я пошел в школу уже, ну, я имею в виду, в садик тоже, конечно, много чего хорошего. Ну, как тюрьма в плане того, что утром тебя закрыли, потом выпустили и все, пошел домой. А вот когда в школу пошли, да, то есть уровень свободы немножко повыше стал, да. Я вот, например, учился в школе, нормально, хорошо учился, пятерки, четверки, да, старался всегда. И вот иногда в какое-то прекрасное утро, например, я чувствовал, что что-то меня в школу вообще не тянет. Вот, ну вот не тянет, нет такой потребности, да вот именно сегодня что-то делать. Хотелось в этот день чем-то другим заниматься. Я тогда брал, как говорится, свой ранец школьный, как говорится, сумку, да, уложил ее в сарай куда-нибудь, а сам в это время уходил, например, в горы. Да, у нас такие отвалы были, горы. Там у меня свой был домик такой, сделанный с камнями, да, там крыша, там такая все перекрытие. Я с собой брал уже заранее вечером картошечку, там, например, колбаску, там еще что-то, булочки. И когда я приходил в этот домик свой, в горы туда, я там разводил костерчик, дрова у меня там уже в запасе были, и жарил себе колбасу,
картошечку потом жарил, с булочками все это ел, смотрел на город сверху, так очень красиво было наш город там, да. И думал, вот сейчас мои там одноклассники в школе сидят, парятся, да, там чего-то изучают, а я вот здесь на свободе, да, там, о, такой отвал, да, горы там, такой горизонт, да, все, ты свободен, вау. Это очень прекрасное чувство. Вот такое чувство свободы я начал уже с детства вырабатывать в себе. Потом дальше больше я начал присматриваться, ага, окей, что касается профессии, здесь ты свободным не станешь, да, то есть надо где-то что-то как-то искать свое дело какое-то. У меня отец постоянно дома, да, у него дома мастерская была, там у нас были нутри, кролики, то, все, пятое, десятое, у нас были клиенты, да, люди к нам приходили, покупали овощи, фрукты, мясо там, ну, то есть в Советском Союзе это такое было, как подпольное производство, да, я это все видел, и он получал вот дома, в домашнем хозяйстве, там, в 5 раз, в 10 раз больше зарплаты, чем на производстве. Он работал где-то дежурным каким-то слесарем, раз в 3 дня ходил на работу для галочки, да, там они в домино играли, чай пили, там, толком не работали на шахте, там, все, и так без них функционировало оборудование такое железное в Советском Союзе. Ну и вот он дома все это делал, клетки варил, там, у него это сварка была, все. Я так все это присматривался, мне это очень-очень здорово нравилось. Да, вот это свободно, то, что он тоже все 3 дня был свободный, потом ему нужно было идти на производство, отдать дань, так сказать, коммунистической партии Советского Союза, отработать эти 8 часов, чтобы на 3 дня опять стать свободным. Вот у него тоже была такая ограниченная свобода. Значит, вот этот секрет свободы, он совсем даже не думал о том, что думают про него соседи, вот у него было какое-то дело, да, и он с детства все это, вернее, не с детства, как он начал, дом построил там 20 лет или сколько ему было, и потом хозяйство все развивал, а я как ребенок все это наблюдал, да, и мы жили очень прекрасно, в достатке всегда, вопрос денег у нас никогда не существовал. Итак, секрет свободы – это не париться о том, что о тебе думают окружающие. В следующем секрете я расскажу вам секрет реальности. То есть секрет реальности – это очень интересная штука, но это уже в следующем ролике. Итак, смотрите мои ролики, записывайтесь. Если будут какие-то вопросы, напишите или позвоните, можно по скайпу переговорить живьем. Да? Пока-пока. С вами был Виктор Балет. Итак, следующий ролик – секрет реальности.